Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, чем закончилась попытка двух автомобилистов проехать перекресток. Ну, побежала сразу его проверять, потому что испугалась, мало ли, удар посильнее, аж почувствовала. Легковушка остановилась, приземлившись на забор. Расскажем, как очевидцы спасали чужое имущество. На парковке у торгового центра вспыхнул автомобиль. А также как крали нефть. Спецоперация по поимке подозреваемых. Это и не только прямо сейчас. Остановкой на заборе закончилась попытка водителя «Опеля Вектора» пересечь перекресток улиц Фучика и Сафиуллина сегодня днем. В него на полном ходу врезалась «Тойота Хайлендер». Весовые категории транспортных средств оказались неравны, и легковушка от удара откинула на несколько метров в сторону. Люди в аварии не пострадали, но водители не смогли на месте определить, кто же виноват в происшествии. Водитель «Опеля» утверждал, что «Тойота» пыталась проехать на красный, но «Автоледи» с этим категорически не согласна. Алла Рыкова услышала обе точки зрения. Ну, побежала сразу его проверять, потому что испугалась, мало ли, удар посильнее, аж почувствовала. Удар был такой силы, что «Опель» с легкостью отлетел в сторону и рухнул на дорожное ограждение, смяв под собой металлический забор. На нем и завершилась его попытка проехать перекресток улиц Фучика и Сафиуллина. Мужчина за рулем автомобиля не пострадал, как говорит сам, отделался легким испугом. Я посередине ехал, получается, вот, на зеленый сигнал светофора, а она ехала вот в той дороге на красный сигнал. Летела, можно сказать, и на скорости меня снесла уже в эту сторону. Женщина за рулем «Тойоты» собиралась повернуть с Фучика на Сафиуллина. По собственному признанию, завершала маневр с тем, что проехала на красный, не согласилась. Сгорел зеленый. Я ехаю, то есть мне надо было повернуть налево. Я смотрю, вот на крайней полосе стоит автобус огромный. Он встал. На той, на крайней полосе, какая-то легковушка тоже встала. Я поняла, что все машины остановились, мигающие зеленые. Я начала поворачивать, и вот он выскочил, и все. В «Опеле» находился видеорегистратор. Его владелец надеется, что видеозаписи помогут разобраться, кто же все-таки прав. Прийти к общему решению стороны не смогли, и теперь выявлять виновника предстоит автоинспекторам. Алла Рыкова, Азат Самигуллин, «Вызов 112». Грузовик «Скания» вылетел в кювет накануне вечером на трассе М7 в Высокогорском районе. По рассказам дальнобойщика, он направлялся вместе с грузом из Москвы в Пермь. На скорости 60 км в час водитель большегруза неожиданно потерял управление. Сказалась скользкая дорога. По счастливой случайности многотонник не вылетел на встречную полосу, а съехал в кювет со своей полосы, не задев при этом других участников движения. Сам водитель не пострадал, но, несмотря на это, мужчине пришлось поломать голову над тем, как же вытащить его транспорт. Одной лебедки для этого явно не хватало. Не получится. Тебе говорю, один я его точно не дёрг. Двумя лебедками надо тянуть. Максим, вот сейчас встать сюда, вот за раму, а здоровый. Вот, и туда потянуть. Я тебе говорю, я реально рисковать не хочу, если она ляжет. На парковке у торгового центра в Нижнекамске прямо среди дня вспыхнул автомобиль. Его водитель едва успел выйти из машины, как иномарка оказалась объята огнем. Рядом с ней находились и другие машины, которые очевидцы происшествия буквально на руках стали оттаскивать от очага возгорания. Рамиль Шайдулин с подробностями. Мы их вот юзом руками оттащили, их все машины. Газели вот эту. Девушка вот на машине стояла, она вообще просто ключи бросила, растерялась. Ничего сделать не смогла. Вот ее машину оттащили, потом уже другие. Дмитрий Киселев – один из очевидцев возгорания автомобиля и один из немногих, бросившихся спасать чужое имущество. Рядом стояли другие автомобили, и огонь мог с легкостью перекинуться и на них. Убирали машины от очага возгорания практически на руках, как легковые, так и грузовики. Машина вспыхнула внезапно. Водитель только припарковался и ушел в магазин, но не успел дойти даже до двери. По словам очевидцев, версия поджога маловероятна. К машине в это время не подходил никто, поэтому в качестве основной версии рассматривается неисправность электропроводки. Несмотря на то, что машину очевидцы пытались потушить своими силами, до приезда пожарных уберечь автомобиль от критических повреждений не удалось. Капот, двигатель, приборная панель – все сгорело дотла. «Тойота», вероятнее всего, восстановлению уже не подлежит. Рамиль Шайдулин, Алсу Арсланова, Евгений Лызаев, «Вызов 112».
В Мамадышском районе в бане сгорел 68-летний мужчина. Трагедия произошла в селе Верхний Токаныш. Он отправился топить баню. Вскоре его дочь заметила, что отца долго нет, и забеспокоилась. Нашли его сидящим около печи без сознания. На мужчине горела одежда. Ее потушили, пострадавшего перенесли в предбанник. Но спасти мужчину не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть от ожогов. Поймали с поличным. В Набережных Челнах задержали 35-летнего жителя Автограда при закладке в тайнике синтетических наркотиков. Отпираться не стал и показал оперативникам, где хранил запрещенные вещества. Сколько изъяли и что за это грозит, знает Альбина Минибаева. Не имеется в автомашине запрещенных предметов в гражданском обороте, то есть наркотики, оружие и тому подобное. Отпираться смысла не было. 35-летнего челнинца поймали с поличным при закладке наркотиков в тайнике. Мужчина решил, что со следствием лучше сотрудничать, и сам указал, где в машине спрятал зелье. Задирай вверх. Суй руку. Куда сувать? Куда? Вперед? Нет, назад. Угу. Товарищ полицейский, вот смотрите. Просто то есть в полимерном пакете? Наркотики были в его куртке, полимерные пакетики, обмотанные изолентой. Все было подготовлено для дальнейшей продажи. Что-то он уже успел разложить. На 35-летнего местного жителя полицейские вышли в ходе проверки оперативной информации. Он был задержан днем 23 ноября. Общий вес изъятого составил более 72 грамм. Теперь полицейским предстоит установить, что за наркотические средства были у подозреваемого. Они обнаружили как минимум два вида наркотических средств и выявить организаторов и других участников преступного бизнеса. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Альбина Минибаева, Алла Рыкова, вызов 112. Не оплатил штрафы, попрощался с машиной. Казанские автоинспекторы вместе с судебными приставами арестовали автомобиль должника. Водитель Hyundai Atos не оплатил штрафы на общую сумму 64 тысячи рублей. Как минимум два штрафа по 30 тысяч он получил за езду в нетрезвом состоянии. Если он не погасит задолженность в течение 10 суток, то транспорт может быть реализован. Сотрудниками отделения по авиастроительному району госавтоинспекции города Казани совместно со службами судебных приставов города Казани был проведен рейд по выявлению водителя, не оплативших административные штрафы, предусмотренный законодательством срок. Была остановлена автомашина Hyundai. Согласно федеральному закону, данная автомашина была эвакуирована на специально охраняемую стоянку. Полицейские Казани вместе с активистами провели рейды, посвященные профилактике мошенничества. На этот раз стражи порядка вышли на московский рынок. Прохожим рассказали об основных схемах обмана и еще раз предупредили о необходимости быть бдительными и перепроверять любую информацию, получаемую от посторонних людей. Многие люди пожилого возраста, присутствующие на рынке, получили информативные памятки. Кражу нефти из трубопровода пресекли полицейские в результате совместной операции Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также подразделения экономической безопасности по Татарстану и Башкортостану. Врезку в подземную магистраль обнаружили сотрудники службы безопасности нефтяной компании. От трубы тянулся замаскированный шланг длиной 7 метров, через который злоумышленники и похищали природные ископаемые тоннами. Складировали похищенное черное золото на территории Татарстана. Отсюда же родом и двое задержанных с поличным подозреваемых. Лина Зинатулина с подробностями. Их задержали с поличным при краже нефти из подземной магистрали. Сливали черное золото в цистерну, установленную в КАМАЗе. Помещалось 7 кубических метров. Автомобиль с емкостью изъят в рамках возбужденного уголовного дела. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны двое неработающих жителей Татарстана 42 и 34 лет. Дальше в ходе обыска уже в Татарстане обнаружено место хранения еще 25 кубических метров нефти, устройство для оборудования врезки в топливную магистраль, насос и оргтехника, на которые изготавливались поддельные товарно-транспортные накладные. В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда один из подозреваемых будет содержаться под стражей. Второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас подозреваемые проверяются на причастность к другим преступлениям, связанным с похищением нефти и нефтепродуктов. Лина Зинатульна, Алла Рыкова, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 898-69-112-112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.